Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, событие недели завершено. А новое задание? Ага. Так, ладно, это мне... Да мне эти змеи не нравятся, если честно. Беспонтовщина какая-то. Три новых задания. Нанесите 20 единиц урона героями заразительной сальцей. Понятно? Так, нанести 20 единиц урона разгромом и нанести 300 единиц урона героям. Так, значит, кто там первый идет у нас? Заразительная сальца. Ну что ж, давай. Выбираем заразительную сальцу. Поехали. Колода старая, которой мы в последний раз с тобой играли. Я ничего тут не менял. Попробуем сейчас, может быть, высшую 20-ю лигу получим. Может быть, а может быть и нет. Главное, чтобы находились соперники. Но дождусь я сегодня этого или не дождусь? Дождались. И против нас выступает зеленая тень. Угу. Так-с, ну... Блин. Ну давай попробуем. Дэнс-площадки, ну фиг знает. Ладно, сейчас посмотрим. Наверное, будет... Почему-то я не удивлен. Почему-то я не удивлен, что она будет играть на бобовых. Так, это хорошо. Так, слушай, вот это... Ага. Слушай, по-моему, четверок нам, ребята, достается. Вам так не кажется? Нету ощущения, что это читерок. Точно, ребята. Ну что же, на следующем ходу поставим вот этого, и все будет окей. Это читер. Да-да, друзья мои, это читер, собственно, персоны. Погнали. Так, что у него там может быть? Давай вот так вот сделаю. Вот такие, ребята, попадаются черти помойные, которых звать читер. Давай в броню. Молодец, красавчик. Восстановим себе немножко здоровья. Так, что мы сделать можем? Ну давай я, наверное, вот так вот верну. Поехали. Так, ну что, горошина у него там? А, заморозка.
Заморозка. Ну, что я могу сделать? Я могу сделать вот так вот. Вот так. И вот так. Ну, раз, два. Поехали. Раз, два. Дай бог у него опять этот. Да понятно все, короче. Просто читер, друзья. И ничего ты здесь не сделаешь. Вообще ничего. Так что это... Ну, я даже не знаю, как назвать. Да, проиграл, но нечестно. Ну давай, давай что-нибудь там. Так, опять зеленая тень. Что-то мне такое ощущение, что опять что-то типа того будет. Ну-ка давай так попробуем. Пропускаем ход. Ну этого бомбим. Этого, ребята, бомбим. Так. Угу. Бобы в колоду мне. Давай сделаем так. Если есть у него горошина... Нет. Так, заберем эту чучелу. Погнали. Ага, замечательно. Так, ну что, давай сделаем вот так. И, наверное, вот так. Ну зачем я ее послал сюда, блин, а? Скажи мне на милость. Рикошет случайного. Давай вот это вот. Ай-яй-яй-яй-яй. И рикошет надгробия. Окей. Окей, так, ладно. Коль пошла такая пляска. Как же тут лучше сделать-то? Давай, короче, сделаю вот так вот. И вот так. Посмотрим, что вот из этого может получиться. Так, ага. Типа набирает, да, нахапывает. Ну зачем? Что бы мне тут сделать?
Вот так вот. Сделаем так. Опа. Это нежданчик на самом-то деле. Поехали. Защита. В плане защиты не было-то. Две? Давай я сделаю вот так вот. И вот так. Опачки. Опа-на. Что у нас тут? Так, ну что, пока все, ребят. Так, а вот теперь-то что сделать мне? Сделать так, поставить танцовщика сюда. И шляпника закинуть. Так и думал. Так, ну что у него может быть? Горошина может быть. Заморозка у него может быть. Ага. Пять единиц урона. Значит, у него еще и горошина, да, оставалась? Тебя подери. Ну, 20 единиц урона мы нанесли, ребят. Единственное, что танцор не оправдал себя. К сожалению. Вообще никак. Да, заразительное сальце. Не получился у нас фокус. Да если бы не этот огурец, нахапал там себе какой-то ерунды. Так, ну что, забираем тут награду. Теперь 20 единиц урона надо разгромом нанести. Пойдем. Так, разгром, ребята, играет у нас на Гаргантюа. Это именно тот разгром. 20 единиц урона. Что-то как-то слишком долго ищутся у нас соперники. Так, 49 ранг. Ты видел, что вначале был один никнейм, а потом поменялся? Странно. А точно это у нас на Гаргантюахах? Что-то как-то не похож. Ну что это, ну ё-моё. Так, начинается. На горошинах, что ли, будет играть?
Он может и на горошинах играть. О, смотри, что делает. Так, вот это уже интересно. И зачем? Вот это вот зачем все было сделано? Я пока не знаю, ребят. Сейчас посмотрим. Вирус я пока не могу заюзать, могу только вот это сделать. Так, еще один ботаник, да? Да что мне на каких-то... Я даже не знаю. Чего? А что он хочет сделать-то? Вот оно что. Я понял. Да, сейчас возьмет, наверное, карты. Зомби получат на земле. Это ерунда. Так, ну что, у него нету... Чего нету? Мы все прекрасно знаем, что у него нету... Давай я так поставлю. Это же, по-моему, только трешку, да, выбирает. Поехали. Ну что, надо гасить этого, наверное, да? Получается. Ага, он еще увеличивает. Окей. Слушай, не жирно ли, парень, тебе будет? Офигенно. Просто, прикинь, раскатал. Вот этим хмыренышем. Не, ну он мог, конечно, этого сюда поставить на дорожку. Я даже ничего сделать не смог. Вообще, три проигрыша, ребят. Подожди, это точно хоть тот? Я что-то не могу понять. Он должен на разгромах. Ну да. А вообще не выпало ни одного разгрома, прикинь? Ни одного. Ой, разгрома. Тьфу ты, какой разгром? Гаргантюа. Ни один гаргантюа не выпал. Прикинь, выпало два галактических охранника, этих стража. Выпало два зомби. Вот эти вот, которые дают мне карту. И все. Причем последовательно все это выпало мне. Зашибись. Санфлавер. Кстати, он неоднократно мне попадается. Санфлавер. Ну вот давай попробуем. Ну более-менее. Более-менее что-то. Что-то наклевывается. Что-то наклевывается, наверное. Если я этого поставлю. Давай для проверки. Будет он делать солнечный удар или что там у него? Грибы. Ну, гриб этот можно уничтожить, раздавить. Можно через флакон вот этот уничтожить. Тоже как вариант. Давай пропустим пока ход. Ага, все-таки. Понял. Тоже раздавим.
То есть это сейчас использует. Хорошо, а как тебе вот это? Понятно. Флакончик пригодился нам. Так, подожди, он, наверное, сейчас... вот он что-то решил. Тогда не очень, ребят, хорошо. Давай я сделаю вот так вот. Жалко, не хилка, конечно, выпала. Две, что ли, у него есть? Две. Так, у него было два микса. Че, еще что ли этот есть? Нет? Ну, здесь однозначно уже надо будет делать флакон. Получается, применять флакон. Сейчас посмотрим. Ну, это ерунда. Так, что же нам сделать? Нам надо хилец, по идее. Так, еще хиляемся. Так, опять гриб. Давай сделаем так. И, наверное, вот так вот. Так, ну что там? 2 плюс 2. Ну давай ставь свои 2 плюс 2. А, это мое. У него тоже сработало, да? Хорошо. Предположим. Давай я сделаю вот так вот. И вот так вот. Сдался. Сдался, ребята. Захотел меня тут на грибах своих развести. Посмотри на него, а. Так, давай-ка мы обратно с тобой как-то
утраченное наше возвращать. За кого можно сыграть? Давай сыграем за... за Зимеха. Что скажешь? Я за него 300 лет уже не играл. 300 лет. Давно, честно говоря, не играл, поэтому попробуем. Да что ты будешь делать? Что за сегодняшняя игра? Зеленая тень одна выпадает мне. Пока оставлю как есть. Только не говори, что этот опять читер этот. Просто такое ощущение, что это именно он и есть. Пропущу ход. Что же сделать мне? Вот так-то, может быть? Давай-ка я, наверное, этого шлюпну. Так, 4-5, да? Ну, поехали. Сейчас посмотрим. Опять? Рикошетик он сделал. Так, сколько нам дает? 5. Че, бомблю я, наверное, вот этого хмыря. Вот этого. Так, у него, интересно, заморозка там есть или нет? Так, еще один, да, этот? Квазимода. Так, ребят, ну это уже, по-моему, перебор. Вам не кажется? Давай я сделаю так и вот так. Ну и кого он опять убирает? Его, да? Да некого мне пока тут сдвинуть даже с места, если честно. Черт знает в кого, ну... Давай сюда поставим. Не удивлюсь, если еще такой же у него будет. Нет, у него тут немножко другое. Дело дрянь, друзья. Просто дело дрянь.
Да как ты тут? Тут не выстоять мне, к сожалению. Да, замех. Какая-то колода у нас непонятная, странная. Если бы я собирался на нем играть, на Гаргантюа, нафига нам тогда вот эти вот... Не, не пойдет. Давай-ка мы за нашего ореха поиграем. Орех против профессора мозговой атака. Да ладно тебе, блин. Как же я вас обожаю. Ну что вы мне сразу даете в руку-то, блин? Вот это вот. Ну все, пошло, поехало. Пошло, поехало. Ладно, пока есть у нас томат. Может быть, еще и поживем. Но мы можем его, в принципе, сейчас убрать даже. В принципе. Я не знаю, кто у него там. Ну давай так вот. Вот кто у него. Хорошо, пускай прокачивается пока. Угу. Давай сделаем так. Что дальше? Дальше он будет... Кто у него там может быть? Если честно, я не знаю. Но сделаю я вот так. Опа. Поехали. Так, этому минус. Этому тоже. Он, правда, карту успел хапнуть. Мы ему еще урона не нанесли, как ты видишь. Так, он ничего не стал ставить. Давай сделаю вот таким вот образом. Так, разыгрывает всякую хмырьё здесь. О, отлично. Ну, если я так сделаю. О, цветочек. Аленький. О, даже как. Крокодил Гена. Блин, у него сработает защита потом. Ну давай сделаем так. И вот так. Опа-на. Слушай, он же сейчас будет карты хапать, да? Эврика там всякая чепуха будет. Создает зомби сюда. Даже вот так вот. Ах, сразу сдался, а?
Сразу же Шемин там, ребята, пошел ныть. Нытье чертово. Как обделался, сразу же сдаваться побежал. Давай, орех. Как говорится, до талого бомбить сегодня. О, ржавый разряд, собственной персоны. Ну, добро пожаловать. Так, это уберем пока. Так, ржавый разряд. Сейчас посмотрим, если начнет с этих, с биологов. Нет, он начал не с биологов. Интересно. Ну вот два ландшафта, ну ё-моё, ну... Кряхтун, блин, вшивый. Вот даже как. Вот так вот, да? А вот это вот не в тему. А вот это вот, ребятушки, уже не в тему. Ну что же, давай сделаем так. А там уже посмотрим. Ну да, 4 в лицо, естественно. А кому будет приятно? Никому. Ага. Ну давай так сделаем. Какие там заклинашки, я не знаю, что он там будет сейчас делать. Бонусную атаку. И все, ну сейчас в броню. Это я оставлю пока. Ягодка ты моя ненаглядная. Так, ну что? Чепуха какая-то вылезла. Хе-хе-хей. Я не знаю, может быть, какой-то там прикол у него сейчас будет. Возможно. Может быть, он его как-то хочет усилить, улучшить, я не знаю. Но я вот так попробую сейчас сделать. Вы сейчас серьезно? У него не было никакого запасного пути? Или он дурку врубает? Как бы мне пока непонятно. Ага. Ну, допустим. А чё я, ребята, это переживаю, он же 28 ранга. Он же играть не умеет. Смотри, чё он тупит. Это даже не назвать спортивной колодой. Это самодурство. Самое настоящее. Просто самонастоящее самодурство. У меня другого варианта нету. Как это еще можно объяснить? Ну давай, что ты там придумаешь-то? Я вам скажу, ребята, все, он сдался.
Он психанул, он не станет играть, он не станет делать ход. Ой, как же так? Понятно, короче. С ним все понятно. Ребят, я просто, я понимаю, когда он сдается, например, да? Ну, сдался, все. Но когда вот так вот сидеть, как чмо последнее, вот так вот, просто не делая ход. Так что киборг чмо. Самое настоящее. И не надо говорить, что у тебя игра там зависла или еще что-нибудь. До этого у него ничего не зависало. Не зависало. Ладно, хрен с ним. На его совести. Так, ну что, Орех, давай еще разочек сыграем и кого-нибудь будем другого брать. Там у нас есть на ком веселиться. Люси Додж. Ну тут уже... Ой. Ну тут уже серьезно, да, все. Полтинник. Тут уже не до смеха. Странно, ну давай. Нет, я ничего не буду делать. Кактус мы всегда успеем поставить. Ну, в принципе, как и ландшафт. У меня пока никаких вообще вариантов нету что-либо здесь ставить. Я могу поставить кактус. Но у него здесь может быть спокойно валун оказаться. И он просто раздавит этот кактус и все. В общем, ты понял, да? Ну, о чем я тебе и говорил. Ну, это, ребят, знаете, для чего сделано? Чтобы я смог потом выставить крахмал. Я-то залечиться успею. За мной, как говорится, не заржавеет. Ну, давай я так поставлю. Так я сейчас разнесу, или... или кто-то тебя разнесет. Нет, я, наверное, скорее всего. Давай сделаю, наверное, вот так вот и вот так. Ага. Так, ну что, он, наверное, готовится применять заклинашки всякого рода. Да? Давай я пока пропущу. Так, мне надо подумать, как вот его вальнуть, чтобы он тут не нашаманивал себе карт дофига. Есть. Пират. Ну, у него, наверное, валун есть. Скорее всего, еще один. Нет у него никакого валуна. Нет, есть. Ребята, оказывается, есть у него валун. Да почему не орех-то, ё-моё? Обидно было.
Так. Ну что, мы, понятное дело, выставляем этого. Уничтожает. У него картишки кончаются. Пускай, пускай он делает, что хочет. У меня-то расправа придет сейчас за ним. Погоди. Дай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. А теперь вот так. Угу. Интересно. Очень, ребята, интересно. Ну, я не знаю. Давай, наверное, поставим вот так вот. Защиту. И помидорку. Нет, помидорку мы сделаем вот так. И помидорку. Оптимально? Ну, вроде как да. Так, зомби-астронавт опять. Что, бонусная атака? Так, ну пробить он меня не пробьет. Давай сюда. Переместим. И вот так, наверное, сделаю. Ага. Ага. Я тебя понял. Я тебя прекрасно понял. О, даже как. Ну и все, ребята, больше у него ничего не осталось. Поехали. Так, у меня, по-моему, родничок должен быть, да? А, нет, орех. Орех я сюда поставлю. Сейчас кто бы здесь не появился, хотя... Не знаю, ребят, кто у него там может появиться. Давай я сделаю вот так вот. Он уже не знает, как прикрыться, да? Плюс 5. Нет, ну если он думает, что он здесь отхиляется, то... Нет, конечно, не получится у него, ребята, тут отхиляться. Я его все равно сейчас прижму. Я его все равно прижму. Замечательно. 7 хп мы ему оставляем. О, жабушка. Вали.
Пять зомби астронавта ставит. В общем, ботаников у него не осталось. Он надеялся на этих ботаников, на своих. Ну, 6 единиц здоровья восстанавливать себе. У нас еще и орех. Ой, какая красотища-то. Ну. Готов. Да, ребята. Орех показал свое право быть победителем в сегодняшней игре. Так, ну что, за кого я хотел там поиграть? Даже не знаю пока. Ну, давай попробуем за нашего бабаха. Мы за него давно уже не играли. Двадцать ранг. Капитан Брейс. О, слушай, неплохо. Блин, ну вот это вот. Вот виноград сейчас вообще не в тему. Чем он плох? Он плох, что у него есть кровожадность. Это да, ребят, это вот проблема. Первый ход вроде бы как есть. Опять же, если он не будет разыгрывать зомбаря от своих. А у него, по-моему, их и нету. Так что пока все пучком. Пока все пучком. Ну вот гриб этот, наверное, тут уже не в тему, если честно. Стоит ли на него тратить? Наверное, нет. Сундук. Ага. Ты гляди-ка, что творит, а? Что бы сделал? Он же его передвинет. У него наверняка есть. Так, слушай-ка, он же сейчас кровожадность будет лепить. Да, ребята, он будет сейчас лепить кровожадность. Это я тебе точнее говорю. А, он его вообще убирает, ну ладно. На картах, чтобы этот вытягивал, да? Да, неприятно, конечно, тут не поспоришь, ребят. Вот это плохо. Да ты заколебал, а? Даже вот так вот. Ну, поехали. Даже не знаю, что пока ставить-то. Oh,
Давай вот так вот поставлю. Почему я так и думал, что у него будет кровожадность или еще что-нибудь в этом роде, а? Так, поставим сюда, короче. Бомбу горячку эту. Так, ну допустим. Астронавта поставил, да? Три единицы, да, наносит? Да я парасете, ну... Ну зачем так, а? Интересно. Очень, ребята, интересно. Опа-на. Твою налево. Блин. Зашибись. Именно 2-2. Ну правильно, а кого еще он может вкинуть на воду? Только этого 2-2. Все правильно, логично. Бабах, ну как же так, подожди. Подожди, бабах. Давай-ка мы сыграем старое доброе солнышко. Подсолнух, точнее, солнышко. Ну, подсолнух, солнышко, да. Блин, плохо. Великанус. Ядрен, матрен, что мне тут? А поменьше-то ничего не могли дать? Совсем никак, да? Мне даже и поставить-то некого. Я его могу, конечно, на следующем ходу бомбануть. Без проблем вообще. Но стоит ли на него тратиться? Вот так вот, да, значит? Давай сделаем так. Ну и вот так. А там уже посмотрим. Ну это надо бомбить, я думаю. Ага. Вот так вот, да, значит?
Ауч, я его не уничтожу, ребята. А если так? Прекрасно, поехали. Здорово, здорово. Ну что, бомбим сюда тогда, получается? И... сюда. Так, вишневая бомбочка. Прекрасно. А сколько он наносит 2 единицы урона? Можно поставить сюда и добить этого. Ну, как вариант, кстати. Дороже, блин, уже не получается. Ну что, бомбим? У нас, блин, 5 энергии только. Ну давай, допустим. Значит, сделаем вот так вот. Ну понятно, что он сейчас вызовет призрака, куда-нибудь поставит, это все понятно. Сюда он, наверное, его и влепит. А нет, у него кровожадность и прочерк. Ну сюда и призрака, наверное, поставит. Угу. Блин, мне 12 хп маловато, конечно. А он сундук использовал тогда или не успел он его использовать? То есть он не получил легендарную карту, да? По-моему, не успел. Но я могу кукурузу сейчас поставить, этого уничтожить, того же самого призрака бомбануть. Ну и кого он сейчас еще поставит, посмотрим. Ландшафт этот, я и этот, или этот, я уничтожить не смогу. Да. Бесевый призрак меня сейчас тут вымотает. Микс есть, фруктовый микс. Да ничего у тебя не получится с этим, даже не надейся, я тебе не дам такой возможности использовать. Думает, что бы ему еще поставить. Надумал. Ну и что будем делать, ребята? Этого однозначно бомбить. Так, мне нужно ему нанести 3 единицы урона в лицо прям. 3 и это 4 бомбанет, да? Все прекрасно. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ты издеваешься, а? Хотел кукурузу поставить, и прикинь, выпадает вот эта фигня. Я даже не знаю, ребят, что на это ответить. Просто не знаю. Вытянет карту себе.
Угу. То есть и этот дороже, да? Хорошо, вот это сейчас было вообще замечательно сделано. Просто великолепно. Тра-та-та-та-та. Замечательно. Так, я же могу в лицо ему, да, зарядить. Если он сейчас сюда кого-нибудь поставит, то мне кранты. Тогда еще поживем. А, мы выиграем, все. Замечательно. Солнцепек показал, кто здесь мастер. Так, ну что, давай попробуем за нашу старенькую зубостизилу поиграть. 1000 лет за нее не играл. Тоже. Раньше я за нее только играл. Потом я перешел плавно на орех. Пора бы вспомнить, что из себя представляет зубостизила. Так, у меня идет что, на огурцах, да? На доборах легендарных карт получается, так? Hello, my friend. Вот читеры играют, и вот этот... Зеленая тень играет на бабах, которые мы видели, да? А я еще видел читера, который играет вот на этих орехах. Просто вставляет орехов бесконечно. И фиг ты что сделаешь. Ты гляди-ка, ничего не стал делать. Давай я так поставлю. Удивительно. Удивительно, ребята. Так, у него есть заклинаха. У него есть заклинаха, одна из противных, которая наносит по одному урону всем. Либо 3 единицы одному. Вот чем он сейчас воспользуется, я не знаю. Потому что я собираюсь выставлять огурец. Да ладно, он еще и сдается, да? Да, ребят, по-моему, сдается. И это плохо. Я хотел честной победы. Честно хотел выйти в 20-й ранг. Но, видишь, сдался он. Да, зубостизила, не дали тебе себя проявить. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.